Эта лужа что-то вроде местной достопримечательности. Она не высыхает даже летом в жаркую погоду. А людям доставляет массу неудобств. Неудобно парковаться и невозможно пройти к домам. В подвалах периодически стоит сырость. Пройти к подъезду можно разве что в резиновых сапогах. С виду и не скажешь, что это самый центр города. Двор 41-го дома на Первомайском проспекте больше напоминает болото. А сейчас вот нет воды, идут вот в обход. А когда вот дождик или чего, да, вот тут так. Я еще думал про это. Господи, говорю, ну когда-нибудь тут хоть что сделают, чтобы идти напрямую-то. Почтальон Инна вынуждена пробираться к соседним домам через грязь, чтобы доставить письмо или газету. Ну, удобно, конечно. Приходится обходить. Не очень-то бы хотелось. Ну, хотелось, чтобы тут все было так чисто, аккуратно. А тут всегда такая вот стоит вот эта вот грязючина. Сейчас лужа диаметром 15 метров. По словам местных жителей, вода здесь стоит из-за проблем с теплосетью. Они уже обращались во все возможные инстанции, но проблема так и не решилась. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».